Спасибо вам. Всем вашим коллегам. Киновагон – новый объект музейно-выставочного комплекса «Салют Победа». На его сцене вице-губернатор Дмитрий Кулагин вручает благодарственные письма всем, кто вносит свой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения области. И я здесь вижу действительно людей, которых смело можно назвать великими подвижниками, людьми, которые видят смысл своей жизни именно как раз вот в сбережении, сохранении истории, особенно военной истории, потому что военная культура – это составная часть нашей национальной культуры. В почетный караул у Вечного огня – ученики кадетских классов. Эту традицию вновь возрождают в Оренбурге. А сотрудники музея для участников встречи проводят экскурсии по комплексу. Парк «Салют Победа» выиграл гранты на общую сумму 11 миллионов рублей. Многие объекты вновь открыты после реновации. Реновация для нас, для музейных сотрудников, это не только вот эта материальная часть, но и в том числе изменение нашей музейной деятельности. То есть изменения внешние, они тянут за собой и изменения внутренние. Изменился внешний облик сектора Сталинградской битвы. Это любимая локация посетителей. Уцелевший фрагмент интерьера символизирует образ мирной жизни, уничтоженной войной. Отреставрирован санитарный вагон. Сотрудники музея постарались сохранить его естественное убранство. Появился совершенно новый объект – станция Оренбург. В этом павильоне представлена экспозиция, посвященная героям Великой Отечественной войны. Многим из нас еще со школы знакомы их необычные истории. Их именами называют улицы города, о них написано в книгах. В этот день, в День Героев Отечества, каждый житель страны с гордостью вспоминает тех, кто своими поступками показал пример подлинного служения Родине. В памятную субботу парк «Салют Победа» будет открыт для свободного посещения. Анна Овсяникова, Игорь Бероев. Новости дня.